это наши хибины. Мочискатрин покацовне колмацоткен, телесовне кацегие я тильке, арведеге конегарен я да свака, мунесуженые танцы я. Или идем? Идем. Ну, я планирую, она нет. Супер. А кто выпадет, тот и живет. Кто каску оставил? Ты готов, Борис? Борис. Так ты каску меня просила. Довольные лица будущих сплавщиков. Ну да. Мы пока еще не знаем, чего нам ожидать. Пока еще все довольны. Я красная герма. Танина, наверное. Долгожданная встреча состоялась. Прибыла оставшаяся часть команды для прохождения двух водных этапов маршрута по реке Умбе и далее по Белому морю до Кандалакши. Впереди две недели драйва и приключений. Ну, помашите все что-нибудь, расскажите, куда вы пойдете сейчас? Конечно! Как же светится счастьем чумазые и обветренные лица. Команда целую неделю шла к этой встрече. Рисковали попасть в шторм на Умбозере, мокли под дождем на перевале, сбили ноги в кровь и ушатали Олю, за что она, наверное, всем благодарна. Постоянно отправляли сообщения и отчеты с похода, где мы, что мы, как мы тут. А какие же счастливые и чистые лица приехавших участников. Они смогли добраться до места старта, и их тут уже ждут. Они читали отчеты и делали свою работу в офисе и дома. Они переживали и готовились к этой встрече. А больше всего обрадовались, наверное, комары. Первая часть команды к ним вроде бы уже привыкла, так как неделю находилась здесь. Да и комары уже особо не лезли. Но тут прибыло свежее мясо. И все это полчище с удвоенной силой бросилось как на бывалых, так и на вновь приезжих. Сегодня один из сложных дней этого похода. Предстоит штурм порога Падун, который оценивается почти в четвертую категорию сложности. Ошибок быть не должно. До порога группа дошла быстро и встали для его осмотра. Порог силен, неоднозначен. По берегам большое количество памятников о погибших на этом пороге. Пойдешь, Юля? А? Пойдешь? Thank you.
Отлично, Денис. Красава. Красавцы, вообще красавцы. Так, 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 так. Отлично, отлично. Отлично. Оп. Мы сделали это. Порог Подун – это одно из основных препятствий на водном маршруте. К его прохождению участники готовились еще сидя по домам. Но в этот день порог был пройден всеми экипажами и, надо сказать, вполне хорошо. Все смогли и все справились. Несмотря на свою сложность, Подун все-таки весьма комфортный порог, так как если в нем завалишься, то после порога тебя ждет только большое озеро со стоячей водой, где можно спокойно выйти на берег. Но вот в самом пороге поболтает знатно. Да, ребят, такое тоже бывает. Мы в самом центре озера Капустного. И мы сейчас идем пешком. Вот он, Амель. А вот он я, босикомыч. Порог сделал этот день. Это было динамично, щекотливо, местами страшновато. Но после него мы вышли на озерные просторы. Вокруг вода, протоки, курчавые острова и отличный вид на еще близкие пока хибины. Группа уходит к морю. В этот день ребята дошли до самого начала порога Разбойник и встали. Завтра долгожданная дневка. Порог Разбойник. Я бычок подниму, ноги дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только пушать охота порой. Дайте мне люк! Я домой пошел! Давай, иди домой!